Уральске построили в зеленой зоне, в парке, велодорожку и пешеходы вот сейчас бегали, беговую дорожку. Я думал, просто дорожка и все. Проехал один раз, длина его 3 километра составила. Зелень вокруг, свежий воздух. Здесь вот там, вот с той стороны речка Чиган. Ну, я приеду. Сейчас посмотрите. В итоге здесь не просто велодорожка. Здесь еще есть стройки для тренировок. В общем, сейчас все я покажу, поеду. В общем, дорожка, в принципе, такая везде широкая. Вот отдельная полоса для пешеходов, чтобы их не сбивали. Такие велосипеды нарисованы, здесь ездят велосипеды. Тут вот есть тренажеры заниматься. Вот сейчас немножко позанимался, поэтому дыхание такое. И вот это вот. Это для собак, я так понимаю. Чтобы тренировать собак. Ну и людям тоже, в принципе, можно тут бегать. Всякие трюки выполнять. Прыжки там. В общем, бег с препятствиями. И это еще не все. Сейчас я поеду дальше, все там увидеть. То, что я не ожидал тут увидеть, так это, как правильно называется, я вам скажу, скейт-парк, по-моему. В общем, здесь на велосипедах, на скейтах, на этих роликах трюки выполнять, причем профессиональное покрытие, не просто так. Очень офигенная штука. Кто любит заниматься этим делом, приходите сюда. Очень интересно. Такая спокойная обстановка. И йога. Всего 3 человека. Или 4 человека. На ковриках. В парке, в тихой обстановке. Занимается йогой.